На станции «Рязань-2» готовность номер один. Спасатели, полицейские, сотрудники оперативного штаба. Прямо у входа две большие палатки МЧС. Все ждут первый поезд из Донбасса. Время пока ориентировочное. Поезд идет вне расписания, возможно, во избежание провокаций. В Ростовской области в эшелон погрузили 793 человека. Почти половина из них, точнее 335, дети. Сколько доехало, а сколько сошло, никто толком не знает, поэтому к вокзалу прибыло порядка 40 автобусов. На всякий случай. Во избежание столпотворения пассажиров выпускают повагонно. На перроне их уже ждут. Родственники, общественники и вот эти парни в зеленых жилетах, которых стоит упомянуть отдельно. Это волонтеры. Они помогают прибывшим нести вещи до автобуса, а потом снова назад. Парням отдельный респект. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. На привокзальной площади людей с Донбасса тоже ждут. Заведенные автобусы. Судя по табличке на них, едут в Солотчо. Никакой давки, шумихи, скандалов. Все четко, по правильному алгоритму. Дальше с женщинами и детьми займутся уже социальные службы.